Жена, я дома! Это какого хуя чавкал, блядь? Миша, блядь, ты зачем поссал? Я себя обоссал! Посмотри, блядь, на себя! Он подскользнулся. Сука! Дебил, смотрите, дебил. Блять. Пошли, убейся, блять. Ты все еще не знаешь, как я выгляжу или как зовут мою девушку? Тогда подписывайся на мою страницу ВКонтакте и будь в курсе последних событий. А еще у меня есть официальный паблик и страничка в Инстаграм. Да, вот так вот. В общем, все ссылки в описании под видео. Ох, Данил, ебаться мы с тобой будем, ох. Хороший бонус клип. Бобик, где ты? Да дай документы, надо удалить все банковские счета, пропусти. Шкура не... Сука, обоссался. Видео хочу удалить. Ты что, дырил? Шкура, иди мои шмотки ищи. Да у меня сиськи есть, прикинь. Ты что, пройти не можешь из-за меня? Сука, да. Пойдем. Я чё, не тут? Вот тут. Где он, сука? Ну, сука! Вот, вот, вот он! Кто? Кто ебётся с моей женой? На, сука! Где он? Вот он! На, сука! А вон вещи! Да не, вон вещи! Блядь! Пизда тебе, урод! Да меня уебать! Где они? Вставай! Сука ебаная. Где? Нет! Пизди его! Пизди! Сиди сюда, сука, ты трахаешь мою жену? Да я трахаю тебя! Фас, сука! Данил, футболка, быстро! Собака, фас! Фас, Бобик! Я иду за ним! За яйца кусай! Он в его комнате! За яйца кусай! Отсюда! За яйца его! Бей его! За яйца кусаю. Давай, давай. Бег! Есть! Это моя жена, ее трахаю. Женька, мой любовничек Данил. Я дома. Почему Миша гавкает? Миша, что ты гавкаешь? Кура, что я дома, жена. Пришел! Где твой любовник? Какой-то голос твоей жены не очень. Она у меня курила 40 лет. Сколько ей лет? Сколько ей, блядь? 42. Шкура, ищи мои вещи. Ты об этом знал, Квантум? Пизди ее, пизди ее, пизди ее. Где он, сука? Где он? Шатай ее. Кто он? Кто он? Где мой любовник, сука? Твой любовник? Ты что-то перепутал? Где твой любовник? Я вытерел за собакой. Слышь, она убирает мои кокули. Драгоценный. Да, что, сука, это мои кокули. Это мои кокули, блин. Где любовник, сука? Где он? Где он? Ты чё сюда пришла? Пойдем, пойдем, она нам не нужна. Нам нужен этот пес. Нам нужен этот пес. Любовник заселать хочет! Да он его забей, нормально все. Я твой муж, я легально могу это делать. Аллигатор, блин, легализованное изнасилование. Ебать, двухэтажный подвал. Нахуй. Заткнись. Заткнись, сука. Где? Собака, где? Где? Я тут. Вот он здесь, рядом с женой! Где? А где ты? А где ты? Он в своей комнате, он в своей комнате! Сука! Нет, в гараже, да, рядом, сука, рядом с гаражом, на первом этаже. Я сейчас стану тебе пизды дам. Вот беги, сука. Не убеги! Сдай! У меня их было много! Съел, что ли? Где он? Где он? Это она меня ударила. А, сука, блядь. Рот тебе, блядь, сиськи откушу нахуй. Сука, ебаная. Антон, ищи мои шмотки. Где его, блядь? Какая злая игра. Ты сила-то грёбаная, Данил. О, я из унитаза попил, я из унитаза попил. Качает.
Музыка качает. Где он? На похоронах такая играть будет, если я вещи не найду? Эй, я за домом, помоги! Где этот парень, блядь? Все, жена нам больше не помеха. Войди или открой дверь, я к тебе... Не надо, не открывай. Его снежонку закрыли, шкуру закрыли. Какого хера выключите музыку, она такая громкая? Ты трахал мою жену, за это я трахну тебя, а где ты? Подходи к телекам, выключай музыку на Е, войти или, блядь, я не могу, у меня уши сейчас сдохнут. Тихо, собака, ищи этого уёбка. Мои собачьи ушки слишком чувствительные, блядь. Я испугался. Еее. Да ты шкура, ищи лучше вещи. Сука, я дома. А ты чё пришёл в дом, иди, всё, я мужу верна. Банан мой. Я дома, жена. Она чё, одумалась? Он опять в своей комнате. Даниил, твою мать, ты плохой любовник! Ты плохая любовь, ты плохая шкура! Даниил! Штаны нашел, да, быстрее! Он... Видишь, нет, подсвечены, нет, штаны? Вижу! Вот иди, шмара! А, он меня это затайзерил! Бегу. Серьезно? Да, сука, Даниил, я... быстрее! Я сейчас кричу, Даниил! Обоссы, обоссы! Обоссал! Да уйди! На, нахуй! Давай! Нет! Шваль, ебаная! Ладно, я умею, блядь, делать еще я некоторые смотрел. Вещи. Ты чё, тварь, блядь? Ты чё? Обоссы, всё, я ее съем, нахуй! Данил, быстрее, он пока пьет! Уходи отсюда! Хорош! Вали, вали его! Открой дверь, открой! Иди сюда, сука! Да быстрее, он загорел! Давай, давай! Иди сюда, сука! Он тебя съел! Есть! Твою, блядь, не трахай мою жену! Я дома! Я устал и пришел с работы! Воф-воф-воф! Я пришел с работы! Это мне нужно! Давай, пойдем! Чё? Чё они там? Трахаешься! Я верна тебе! С каждым вторым трахаешься! С каждым первым, я бы даже сказал. Она меня трахала как-то раз. Я вижу эту суку ебаную. Беги, Данил! Он тут! Он тут, на лестнице! Я вижу его! Данил, я саки вытру! Давай! Кусай! Он пошел налево! Я его вижу! Открой дверь! Открой дверь! Не могу, извини! По-братски, братан! Что он проходит? Мешай ему, что не проходит! Да он меня уже там! Стоять, сука! Отвали от меня! О, спасибо, что дверь открыла. Шмары. Он тут, внизу, на первом этаже! Вижу, беги за ним, беги за ним! Бегу! Я тявкаю! Тявкай, Бобби! Тявкаешь! Направо, вниз, да? Да, вниз, в подвале он! Вижу! Антон, разберись! Да как я разберусь? Давай, Бобби бежит, Антон! Укуси его, кусай эту суку! Его надо в комнате закрыть! Он далеко! Вот он! Ау, я под столом застрял! Иди сюда! Я эту собаку вырублю! Иди сюда, блядь, ты чужой нахуй. Ох, твою это конец-то. Ты понимаешь, он меня пиздил, я не хочу с ним жить. Нормально, Антон, все хорошо, я бананы пока пособираю. Он тебя, блядь, за дело пиздил, это правильная игра. Я тебя тут буду, блядь, долго зажимать. Больно. Он опять музыку включил. Да. Он сюда, он здесь, у лестницы, наверху. Я жену бью, у меня дела, блядь. Он пошел налево. У меня дела поважнее. Я в полицию обращусь. Я и есть полиция, тупо. Иди сюда, блядь. Иди сюда. Я не боюсь шокеров, ты чё? На собак это не действует, не знал, что ли? Почему на Бобика шокер не действует? Иди сюда, блядь. Где он, сука, говори. Вот он. Говори, где он, блядь. Он тут, к лестнице бежит, на втором этаже. Где он, сука? Показывай, я его сейчас ушатаю в одну пасть. Отвали. Где вы говорите? Привет. Вот, целуемся. Меня видно, когда я гавкаю? Я его зажал в комнате, иди сюда. А я женщину свою зажал. Ну а что у меня с головой было, господи? Показывай, где он. Он тут, в туалете, на втором этаже, на втором этаже. Василий, ударь меня так, чтобы я вылетел отсюда. Ты что, выбежал? Ох ты паскуда. Там вторая дверь была. Ты ему так и застрял. Я застрял в сейфе. Меня сейф зажал! Где он? Плохая любовница, Антон. Где он? Собака, где он? Я не вижу, он все двери закрыл. Меня нога застряла. Капец ты. Блядь, собака не пугай. О, Вачили, смотри, иди сюда. Где, куда? Вот, смотри, вот, надо эту штуку охранять. Какую, покажи. Да вот, которую я обоссал.
Кого ты обоссал? А, Антон, после чего они там обоссали? Да я ничего не вижу. Он ничего не сможет посмотреть. Она наказана, блядь. Ты запер ее в сейфе. Хватит! Зато изменять не будет, сука неверная. Иди вытирайся, не собачья. Да я не могу выйти. Где этот урод? Не знаю, давай сам найдем. Сам ты урод, я хорошенький. Хватит, ты трахал мою жену, ты априори нет, урод. Нет, тебе показалось. Априори урод, это прям в точку. Он тут! Он тут! Где? Он в комнате с гитарой. Он закрыл меня! Ой, бляха, муха! Он на меня выбежал прямо. Выпусти меня! Не могу, я за ним бегу. Где ты в подвале, Антон? Я не могу отсюда выйти, Ватили. Сейчас я спасу тебя. Я уже выучил 18 аккордов, блядь. Где ты? На ком этаже? Не знаю, там, где ты его встретил. Иди сюда. О, унитаз. Нет, тут унитаз. Иди сюда, иди наверх, брат. Брат-пёс. Я упал. О, да. Давай, щеми быдло. Да. Саки мои царские. Я, блядь, не могу вылезти, я неплохая. Виновата всего. Давай! Я его убил насмерть! Я его съел, блядь!